Всем привет, друзья, с вами Сакупыч. И самая топовая акция этого года — мини-лента 3 от магазина, гипермаркета, мини-маркета, суперленты. Короче, вы меня поняли. Называется акция мини-лента 3. Как вы помните, раньше были у нас миниатюры продуктов в мини-ленте, а теперь они сделали их в новом формате. Но мне этот новый формат, кстати, нравится, потому что эти мини-продукты у меня и так остались, их очень много. Вот, и я не знаю, мои куклы, они все наелись мини-продуктов, теперь хочется чего-нибудь новенького. И лента, она смело согласилась на эксперимент. Как вы поняли, это в таком формате прилипал сделано. Кто делает, кстати, их? Липпер, вот, с маркировкой. Производство Киана Групп, Киквай, Гонконг. Сделано в Гонконге. Вот, все соответствует требованиям и так далее. Короче, вы только посмотрите, какая огромная коробища у меня. Сейчас мы ее будем открывать. Я думаю, всю мы ее за одно видео не сможем открыть, потому что она реально, ну, просто огромная. Пакетики бывают разных дизайнов. Есть пакетик с пиццей, есть пакетик с фиолетовой батареечкой. Кстати, я в ленту ношу батарейки на переработку, так что лента красавчики. И лента вот такие зелененькие штуки. По-моему, три. Или еще есть какие-нибудь. Сейчас посмотрю. Не, вроде как остальные все повторяются. То есть три дизайна, правильно я понимаю? Да. Давайте мы их сейчас будем открывать, они прям большие пакеты, прощупать. Ну, если вы мастер спорта по прощупыванию, то вы сможете прощупать, что внутри. Акция у нас стартует 17 августа, сейчас 23-й год, напоминаю, по 27 сентября. Вот. Вы получаете два таких пакетика за 1500 рублей в чеке в гипермаркете «Лента» и онлайн. Один липпер вы получаете за каждые 600 рублей в суперленте и мини-ленте. Также можно получать липперы за покупку товаров спонсоров и за оплату в лента-пэй от 1500-600 рублей. То есть лента-пэй, если у вас подключено, тоже получите. И еще единственное ограничение в этой акции, что в одном чеке только 6 липперов можно получить. Ну, то есть вы знаете... Да? Ну да, в ленте так всегда. То есть 6 можно получить, но покупать их, по-моему, я не знаю, можно ли их будет покупать, кстати. Еще такой информации нету. Но зато я знаю, что есть супер редкий липпер. Я вам сейчас его покажу, смотрите, как он выглядит. Золотой кот. Вот если мы найдем такого золотого кота, их всего 4000 штук, то мы будем участвовать в всяких розыгрышах. То есть нужно зарегистрировать промокод с упаковки этого кота, так что упаковки не выбрасывайте. Погнали открывать. Интересно, кто же нам выпадет. Вот. Ссылочки я, кстати, оставлю. Открывать удобно. Вау, они огромные! Они прям большие! Вы посмотрите, вот чего я хотел! И это выпадает мороженка. Всего 30 персонажей. Вот, то есть товары спонсоры, всякие мороженки. Видите, это мороженое из магазина «Лента». О, ее можно на карандашик надеть. То есть их можно надевать на карандаш, их можно прилеплять. Давайте, кстати, тест. У меня стол такой, к нему все лепится. Как прилипнет. Так. Оп. О, прилипает отлично. Смотрите. С ними можно играть, это офигеть. Это прям констовары какие-то, знаете, такие прикольные. Давайте открывать следующее. 30 штук, конечно, это будет тяжело собрать. Но если ходить в магазин «Лента», ну, закупаться на неделю, вот, то, я думаю, быстро сможете собрать. До конца акции. Вау, это же спонсор. Это теплый дар. Теплый дар — это бублики, это выпечка, по-моему, да? Это вот такой бублик. Не знаю, мы теплый дар не покупали. Я, если честно, с этим брендом особо не знаком. Мы его приклеим вот сюда. Опа. Лента, конечно, номер один. Потому что цена-качество. Ну, не буду говорить. Вот, все, секрет. Так, это у нас Висфиш. Висфиш — это тоже фирма, которая делает, я так понимаю, рыбку. А еще обратите внимание, сколько товаров-спонсоров в ленте. Их всегда больше всего. Это что означает? То, что лента умеет договариваться со своими партнерами. Потому что другие магазины, когда делают акции с товарами-спонсорами, они там что-то согласовывают миллионы раз, что-то там не соглашаются. А в ленте, видите, все просто, люди, это, то есть, работают хорошо. Да, мы их покупаем, рыбные котлеты этой фирмы. Хек. Хек, да, Хек. Очень нравится. Так, пока что у нас липперы все одного формата. Интересно, будет ли другой. Так. А, еще забыл вам рассказать, еще будут яйца в ленте продаваться.
типа киндер-сюрпризы, ну, шоколадные яйца от Ленты, и внутри них будут липеры точно такие же, с кодами. Эти коды надо вводить на сайте minilenta.com, и тогда вы сможете выиграть то, что там призы всякие, приколюшки и так далее. Так, давайте откроем. Вау, это Фрелия! Валюш, ты покупаешь такую косметику? Ну, это косметика, не знаю, мы такую не покупаем. Смотрите, это прям этот... Как будто бы хочется его открыть, будто бы это баночка с ним. И опять же на карандашик можно его как-то надеть. Это же просто шедевр. Это все. Это просто лучшая акция. Серьезно. Далее. Кто это у нас? Это Хохланд. О, Хохланд сыр, кстати, мы покупаем частенечко. Хохланд сыр отличный. Я еще его покупаю, знаете, жидкий сыр, когда делаю шаурму на мангале. То есть шаурму делаешь, сыр, чтобы не тереть, там на терке ничего, прям берешь пару листиков Хохланда, укладываешь, и получается чётенько. А, ты хочешь на карандашике показать? Так, не знаю, налезет ли он на него. О, он прям плотно, он очень плотно садится на карандаш, обратите внимание. Уэу, смотрите. Видите, кажется, что карандаш большой и не влезет сюда, но нет. Хопочки. Все чётенько. Вот это отдельно продаются ручки, заходишь в моде, да, они все такие вот, угу. Таких штук. Угу. Вот, да. Ну, я тоже два пакетика открою. Это же Лента Фреш. Это, по-моему, доставка продуктов у них, да? Нет, это их категория продуктов. Категория продуктов? Да, очень хорошая. А, это готовые продукты, которые? Нет, заморозка тоже есть. Это получается у нас а-ля вот такой, как шаурма большая, как-то. В KFC есть похожие штуки, называется как-то бокс-мастер. Бокс-мастер. Типа а-ля бокс-мастер. Вот такой. О, давайте, у меня же карандаш теперь. Посмотрите, какая зачетная штучка. Пока рыбка, кстати, у нас отклеивается, она хуже всех держится. Ну, я по пакетику открою. Давай, Валюша сейчас будет открывать, она хочет нащупать там что-то. Я тебе просто хочу открыть. Так. И у нас попадается... Вау, Валюш, как ты это нашла? Это прям самый тяжелый, его можно прощупать, да? Ты его прощупала? Нет, просто достал. Ничего себе! Смотрите, у него много дырочек. А зачем это? Сюда можно вставить что-нибудь, линейку какую-нибудь или что-то такое. Не знаю, а почему он такой странный? Он отличается от остальных. Кисточки. Смотрите, это Простоквашино. Это, наверное, один из самых топовых брендов, которые в Ленте будут в акции. Простоквашино мы тоже любим. 2,5% сметана Простоквашино One Love. 2,5%? Такое не бывает. Так, пока Валя открывает, я вам расскажу, что еще будет. Мобильная игра. Это называется она Липпер Кинг. О, фреш снова. Авокадинки, кстати, мы тоже берем себе на бутербродик намазать. Вот. Будет мобильная игра Липпер Кинг. И там за покупку по карте обязательно карту нужно сам иметь. Помнишь, что ты карту показываешь? Да. И тебе начисляют попытки в игре. Ты играешь в игру и получаешь призы. Там всякие стикеры, онлайн-гипермаркеты, можно гаджеты выиграть. Так что пользуйтесь обязательно при покупке карты Лента. Я думаю, можно. И будете в игру играть. Игра в мобильном приложении. Просто кто тебе будет давать щупать? Все, пошли повторки. Пошли повторки. Так, у нас уже два. Давайте я сейчас буду ускоряться, открывать их побольше. Так. 30... это... Смотрите, тоже. Мне кажется, это использовано для отливки, чтобы все качественно отливалось. То есть, вот эти дырочки сделаны специально для этого. Energy. Вот. By Lenta. Да, у Lenta, кстати, неплохие батарейки. Мы берем, ну, на замену их. То есть, это лучше, чем другие батарейки. То есть, они нормального качества. Батарейки под брендом Lenta, они нормас. Так. Вау, это серенький Феликс, спонсор очередной. Смотрите, Феликс. Чик-чик. Ну, мы все-таки покупаем больше эту, шебу. Вот. Так, у нас тут Феликс. Смотрите, они настолько огроменные, что уже их некуда ставить здесь. Так, прилеплю их сюда. Они все такие? Я бы хотел, чтобы у них у кого-то были ножки наверх, не только ножки вниз. Что это? Это товар 365 дней. Это типа самая низкая цена. Это яички. Яйцо. Вот так вам покажу, наверное. Потому что оно очень белое, сливается с фоном. Яичко 365 дней. Это зачет. Берем следующего.
Ага, повторка, мороженка. Так, ну, ребят, ну что, конкурс будем делать? Давайте так, если за неделю вы соберете на этом видео 10 тысяч лайков, за неделю, тогда среди всех комментариев, а в комментариях нужно написать, знаете что? Нужно написать ваш любимый продукт из магазина «Ленты». То есть напишите, что вы обычно покупаете в магазине «Лента», и я выберу среди самых интересных вариантов одного победителя. То есть я сам буду выбирать. Я буду оценивать юмор, приколюшки, ну вообще, типа, как ваш творческий подход. И это суши. Суши из «Ленты». Написано «Лента Фреш». Вот здесь, видите, «Лента Фреш». Вот такая сушка. Короче, 10 тысяч лайков за неделю. И в комментариях пишите ваш любимый продукт в «Ленте». Вау, это же Nivea Black. Вы посмотрите, как он выглядит классно. Ого, он пропечатался даже почему-то сзади. Это, не знаю, как они это делали. Nivea Man, наверное, они перепутали стороны. Надо было, наверное, наклеить сюда, а они наклеили сзади. Ну, брак на производстве, ничего страшного, бывает. У меня зато уникальный Nivea Man получился. Далее. Не забывайте зарегистрироваться. О, это открытый. Открытый. Я думаю, что сейчас выпадет супер редкий код. В открытом. Фрутоняня, вы посмотрите, какой он милаха. Вы посмотрите на стилек, как они его сделали. Фрутоняня милашный. Просто прелесть. Так, фрутонянька есть. А сколько мы уже собрали из 30? Половину хотя бы собрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мы даже половину не собрали, ребятки. Так, это у нас фрутоняня. Еще один. Открываю следующий. Это у нас Феликс еще один. Сколько же коробки штук? Коробка у меня прям битком. Воу, это «Лента» туалетная бумага. Кстати, неплохая, неплохая. Тоже берем иногда. Вот, «Лента» туалетная бумага. Посмотрите, какой красавчик. Хе-хей. Всем привет, я туалетная бумага. И я знаю все твои секреты. Чик, закрываем. О, у него сквозная, смотрите, у него сквозное отверстие для карандаша. Ну-ка. Да, ребята, это лайфхак. С помощью него, типа, ты поел суши и туалетная бумага сразу. О, добрый вечер. Шутка, шутка. Ну, вообще от суши, да, бывает от рыбы всякое, знаете, у кого неподготовленный желудок. Вообще, туалетная бумага, это ж... Что этого стесняться? Туалетная бумага – это нормас. Вау, нам выпадает пингвиненок, и он прям с этими, с ножками. Ничего себе, как он круто сделан. Он еще такой полый, такой прикольный. Он как антистресс. На него прям можно пожамкать. Так, это у нас коза... Коза... Каваси... Кавай... Кавашми. Не знаю, тут что-то написано, я не могу понять, что это. Так, у меня, по идее, есть бумажечка с коллекцией со всей. Я... Ну, там непонятно. А, еще есть, оказывается, супер редкие, которые меняют цвет при нагревании. Это Home Club. Вот этот. Персонажик. Есть Home Club, красная кастрюля. И она меняет цвет при нагревании. Но мы ее еще не нашли. Будем сейчас ее искать. Так. Самая редкая? Не, самая редкая — это золотой кот, за который призы дают. О, это Energizer. Ребятки, давайте так, я еще дам на канале Валюша Милая, это канал моей жены, она там откроет остальную часть сюрпризиков из мини-лента 3. И, возможно, ей попадется золотой кот, возможно, нет. Короче, заходите к ней на канал и смотрите. Канал называется Валюша Милая. Также не забывайте подписаться на мою телегу, Telegram Закупыч и... ВКонтакте Закупыч и Дзен Закупыч. Вот он! Один из самых редких персонажей. Вы только посмотрите на эту кастрюльку. Так, Валюша! Да. Нужна горячая вода. Что за существо? Горячая вода нужна. Вот этот, вот эта штучка, вот эта вот. Нет, вот. Липпер. Вот этот липпер меняет цвет. Вообще от кипятка написано просто. Смотрите, это прям кастрюлька Home Club. Home Club у меня, кстати, камин из «Ленты». Стоит прям вот он, на меня смотрит. Вот, пользуемся им. Чик. Так, давайте далее. О, это еще одна суша. Мурст!
стопроцентная Мур. Мурка. И они прям моего Смоки рисуют, обалдеть. Прям одно лицо, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите. Опа. Опа. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Сфокусируется камера. Sony. На что ты способна? Давай. Не, по-моему, Sony не способна. Может быть, руку поставить? О. Кс-кс-кс-кс-кс. Смоки. Кс-кс-кс-кс. Смоки кушать. Смоки паштетик. Смоки паштетик. Так, ну не знаю. Похож, не похож. Ушки не похожи, а так в целом достаточно похож. Так, это новенькое. Смотрите, мы прям хорошо идем. Собираем прям новых и новых персонажей. Так, это Феликс. Феликс повторка. Мур. Наверное, Мур это типа должен был быть Вискас, да? Но тут нету ничего. Просто Мур. Про Вискас тут ничего не сказано. Так. Иногда нужно с определенной стороны их открывать. Почему-то они сразу не открываются. Так, туалетная бумага. Далее. Лента зеленая. Это что такое? Это горошек? Смотрите, да, у нее тоже вот такие точечки. Так, это у нас вот такой горошек лента. О, у него ухо оторвалось. Это, знаете, когда банка мятая на полке стоит. Типа ударился при транспортировке. Вот такой лента горошек. Кстати, вот эти фирменные там товары лента, вот этот горошек всякий, нормальный он, вот. Вот. Так. Качество, прямо, цена-качество нормалек. О, что это, смаки? Что это такое? Что это? Это лента фреш, что ли, смаки? Скорее всего, это лента фреш, но тут про это ничего не написано. Это как картофель фри или что это? Это, наверное, сухарики какие-нибудь. Ребят, кто знает, что такое смаки, напишите. Я не покупал такую штуку. Не знаю. А, кстати, вот эти фольгированные пакеты невозможно будет просветить никак. О, редиска, которую нельзя надеть на карандаш. Смотрите, она вообще... А, сзади можно надеть на карандаш. Вот так. Вот так вот. Вот такая редисочка лента фреш. В очках. Потому что... Редиска улучшает зрение, да? Поэтому он в очках. Морковка. Морковка. Ой, извиняюсь, извиняюсь, я снова заболтался. Просто много видео снимаю. Ой, морковка улучшает зрение. Вот такая морковка, она поистине уникальна. Цвет кожи она вообще улучшает. Да. Зрение чернее. Так, ну что же. Сейчас будет опасный номер. Не повторять дома. Это горячо. Так, как вы видите, она у нас оранжевая, да? На карандаши лучше ее. На карандаше? Точно. Карандаш не расплавится? Нет. Пока, ребята! Все, желтая. Нет, по-моему, она прям белая становится. Да, как вы поняли, она меняет цвет. Отлично. Становится желтая. Была оранжевая, стала желтая. Супер! Супер-пупер! А, горячо! Ну, одна же меняется. Да, больше вроде никаких редких нету. Нет, есть редкие, которые вот золотой. Но мне кажется, вряд ли он нам выпадет. Это Ваниш. Ваниш Окси Энджин. Вот. Оп. 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 О! Смотрите, какой красавчик. Ой, ой, какой красивый, такие волосы, у него это типа пена, пена. У нас, кстати, на даче недавно такое было, когда это закинули, что там. Что там, отбеливатель вместе с этим, с порошком, и пена пошла верхом из машинки. И вот типа такая же прическа была у машинки. Так, это у нас повторка. Ну, мы собрали прям очень-очень много разных. У меня с сайта есть фотография всей коллекции. Я вижу, кого нам не хватает. Нам не хватает яблока. Потом нам не хватает золотого кота, нам не хватает пиццы, нам не хватает сыра. Макфы у нас, по-моему, тоже нету. О, вот и пицца. А вот и пицца, зацените. Пицца в ленте, зачетная, паната. Мы еще даже берем, это что такое, панати маск.
Мы еще иногда берем, смотрите, у нее прям сыр капает. Эти пиццы, которые в ленте уже готовы, а-ля пироги. По-моему, пироги у них называются. Лучше все открывать, я так понимаю, снизу. Да. А вот и яблочко, оно откусанное уже. Опачки. А это что, у него глаза такие? У него такие мимимишные глаза. Без обид, лента, но это напоминает какое-то гнилое яблоко. Ну, типа, оно откусанное такое. Лучше сделали просто красивое яблочко. Ну, это придирки к дизайну. А так, возможно, это даже приколюха. То есть, это прям какой-то стилёк. Стильное яблоко. Да мы все собираем и собираем, ребята. Мак, а сыр теперь осталось там. Еще у нас нету грабелек. Кто это? А кто это сделал? А что это такое? Это шампунь? Это, наверное, шампунь для волос? Я думаю, наверное, это шампунь для волос. Вот такой красивый. Хе-хе. Далее. Так, это у нас бублик. Он у нас есть. Далее. Это опять... А, вот который меняет цвет, да? О, можно сравнить, смотрите. Вот такой он был. Таким остался орел степной, казак лихой. Что это? Это опять для умывашки. Но мне кажется, пора уже заканчивать. Много я вам открывал. Давайте три штуки. Как говорится, закупыч любит три. Три раза. Опа! Пицца. Раз. Оу, новенький сырочек, вот про который я вам и говорил. Так, и что это за компания? Что за рекламка? Это у нас радость вкуса. Не помню, брали ли мы. Валь, мы брали сыр радость вкуса? Да. Да? Валя говорит, да. Валя говорит, нормас. Вот такой красавчик. Посмотрите, какой. Как только мы соберем всю коллекцию, я тогда сниму обзор на всю коллекцию, как она выглядит. Официальный сайт еще не стартовал, так что я не могу его показать. В следующих обзорах тогда покажем, обязательно будет еще видео. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Наверное, я это видео даже монтировать не буду, потому что, ну, как обзор на сайт я пока что не могу сделать, он еще, ну, не стартовал. Он стартует завтра, когда вы увидите это видео. Я выпущу это видео прям ровно тогда, когда у нас выйдет вся коллекция. Так, все, собираем всю коллекцию. Лепи на любой поверхности, сделай самую длинную цепочку, носи как аксессуар, надевай на карандаш. Вот. А, да, я уж вам не показал, как их можно лепить между собой. Вот так. Чик. Чик. И получается у нас... Друг, ты меня держишь, я тебя держу. Это я когда был маленький, это я любил вот так залазить, ну, к папе, вот так, ноги к ногам, руки к рукам, и он меня вот так держал, типа, знаете, когда, типа, у-у-у, или в пузо там упирал ногами, и вот так, типа, я летал такой, вау, ю-ху, все. Вот так выглядит коллекция. Кстати, сколько мы собрали разных? Я не могу посчитать даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 13, 14. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Нам не выпала Макфа, нам не выпали грабельки, нам не выпал... кто еще? Какой-то десертик, тортик, еще тортик есть. Пингвинчик. Да, и... А, и еще бэйби, вот этот цыпленочек такой, бэйби, нам не выпал, вот. Вот. Ну ладно, на Валюше, на канале Валюши посмотрите, выпадут или нет. Пока.